Колонка редактора на репортере. Я по-прежнему Виталий Хемий. Понимаете, о чем мы будем говорить. Впервые с 1988 года так начинались новости, посвященные стихии, тому водопаду, который постепенно перерос в аквапарк в Одессе. Конечно, страшное было действо. Но, вы знаете, говорить о непогоде, что мы не синоптики, не метеорологи, а вот о последствиях, о том, к чему привела эта непогода, вот здесь можно порассуждать. С предыстории начнем. Буквально неделю назад нечто вот подобное, вот с чем-то похожим, столкнулась наша столица, город Киев. И целый час вот уже отшел тогда, как сейчас помню, ливень. И в интернете уже были мемы, уже были фотожабы, так называемые, посвященные мэру столицы Виталию Кличко. Действительно, был очень сильный дождь, что-то подтопило, вода бежала, и некоторые остряки тут же постили фотографии с лужами огромными, да, с потоками воды, и писали: «Вам нравится управление Кличко? Давайте еще раз выберем его на 5 лет». Ну, вы знаете, это не совсем правильный подход к делу. Сама стихия, да, и сам дождь, ну уж действительно, какие могут быть претензии к руководителям, президентам, к местной власти. А вот то, как на это все реагируют, вот тут уже действительно вопросы могут быть. Я вспоминаю похожие случаи вот в своих там хобби, да, если мы посмотрим на футбол. Не страшно ошибиться, а вот важнее то, как ты отреагируешь на произошедшее. Точно такое же могу сказать в отношении интеллектуальных игр. Там, неважно, там, сама ошибка, важна реакция на нее. Так вот, прошел дождь. Дождь сильный, шел 4 часа, 4,5. И в его результате огромный микрорайон, населением 300 тысяч человек, на сутки оказался отрезан от цивилизации. Мы знаем о многочисленных проблемах там, улицы Балковской, Пересыпи, Черноморского казачества, там, Наголоватого. Просто так вода там никогда не скатила. Как бы там не чистили ливневки, может, их чистят, может, их только на журналистские камеры чистят. Я не специалист, я не лезу в эти дела. Ну так получилось, что сотни тысяч наших сограждан оказались не в состоянии выехать по делам, выехать на работу. Городская власть говорит: ну, форс-мажор, как-нибудь можно перетерпеть, а если не получается? На мой взгляд, наш город полностью провалил транспортную проблему стихийного, да, дождевого, так сказать, вопроса. Что мешало наших одесситов доставить в пункты назначения на работу, скажем так, иным путем? Мы столкнулись с тем, что мост Пересыпь и близлежащая территория затоплена. Разводить руками и говорить: ну, мы работаем, откачиваем воду, подождите. Как можно было решить этот вопрос? Насколько я знаю, весь четверг на территории Суворовского района, поселка Котовского, практически не было ни одного маршрутного такси, ни одного автобуса. Они просто какие-то не могли доехать туда, какие-то просто не выехали из автопарка. А смысл? Все равно по маршруту ездить не получается. Но скажите, а разве кто-то отменял другое сообщение, да, железнодорожное сообщение? Мы знаем, что на территории там поселка Котовского расположено несколько станций, расположена крупная станция Одесса-Восточная. Мы знаем, что в течение дня, правда, с не очень удобным расписанием, можно из Одессы-Восточной добраться в центр, на станцию Одесса-Главная. 7 электропоездов ходит. У них, как я уже сказал, не очень удобное расписание, но если бы руководство города, профильные департаменты подсуетились, вступили в диалог с одесским филиалом той же Укрзалезницы, попросили выделить пару составов, да, пару электричек. Это ведь не проблема. Наша железная дорога, она не настолько насыщена, она может брать такую нагрузку. Да, случилось чрезвычайное происшествие. Но это не значит, что должны страдать люди, которые спланировали какие-то дела. В конце концов, они работают. Они работают в центре. Почему они не должны попадать на свое рабочее место? Потому что город не обеспечил такие условия. Берем колесный транспорт. Доставляем этим транспортом людей к перрону, к платформам.
добавляем еще несколько составов. Я не верю, что это сделать, ну, прям-таки нереально. Просто нужно сделать чуть больше звонков, проявить чудеса коммуникабельности, где-то дипломатии, где-то вступить в диалог с теми людьми, с которыми, ну, обычно общаться не приходится. И вот частично проблема была бы решена. Четверг и часть пятницы мы видим, что выехать с Днепра дороги, с Добровольского, других улиц практически нереально. Люди едут в нечеловеческих условиях. Наши земляки вспомнили, кстати, об электричках, да, но никто, разумеется, не добавлял никакие составы, просто вышли на электричке по расписанию. Там расписание очень странное, они идут из других областей, проезжая станцию Одесса-Восточная. Три подряд идут в период с половины седьмого до половины восьмого. Потом еще одна идет в 11, в 4, еще в какое-то время и в 10 вечера. То есть, если человек собирается там выехать в районе там 8 утра, 9 утра, у него там один вариант. Вы, наверное, видели уже эти фотографии. Если нет, мы вам покажем, как наши земляки заполонили, да, заполнили этот перрон, как в старых добрых и современных, не только старых индийских реалиях. Вот такая вот оценка руководству города. Нет, не за борьбу с лужами, не за очистку ливневок мы сейчас говорим, не об этом. Некоторые мои коллеги мне в упрек поставили, почему я критикую там городскую власть, там, депутата народного. А я почему народного депутата критикую? Потому что он тоже в свое время обещал заботиться о транспортном благополучии жителей Суворовского района. То есть я почему критикую этих людей? Есть же законы физики. Я не лезу в законы физики, я всего лишь говорю о транспортной организации этой проблемы, которую можно было решить, но которую почему-то решать не стали. Подумайте об этом на досуге, почему этого не произошло. Это была колонка редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий. Смотрите «Репортер».